Итак, по прошествии 12,5 часов я все-таки улетаю в Москву на самолете Победы. Вот посадочный баллончик. Вчера выдали некую его версию, сегодня распечатали уже новый, полностью с посадочными местами, с отметками, со всем, всем, всем. Приняли спокойно багаж, который был заранее предоплачен, так что это прошло без проблем. Но 12,5 часов задержки вылета из Москвы.